Дота на телевизоре, ёпты, это просто, бля, кайф. Дота по телеку. Тогда было бы неинтересно, согласись. Потому что надо же, чтобы и нам было смотреть любопытно с точки зрения зрительской. Предугадывать. У нас был бы другой интерес, именно как вот поработали об одной шутке. То есть теперь там 5 тренировок с 5 они проигрывают этому Некрофосу, потом вот его берут против них, они его выигрывают, вот это был тоже свой интерес. Мне кажется, что это уже похоже на разглашение. Ну, типа того. Как бы ты сам не разглашение, но как бы ты разглашаешь. А теперь его будут банить? Возможно. Но тут было видно, что Некрофос прям вот очень много в этой игре делал. Постоянно себя кого-то выманил тульта, который позволяет убить героя на половине здоровья. Все там есть, и вот его нету. И здесь будет даже Вигер с Аганим, который в итоге... Дотка по телевизору, это охуеть. Да, о, Ньюби. И вот в этот момент те самые Ньюби с Аегисом академично подошли ломать вышку. И думаю, сейчас мы тут все сделаем. На нас потратили какие-то заклинания, выбили нам Аегис, хорошо. Мы все равно можем сражаться. И вот сейчас, собственно, Некрофос покажет, что тут к чему. Заходим, матч, игра. Этого героя, все, дальше можно не драться. Так, прямой эфир. Или это как раз сила Некрофоса сказалась? Ну, не только Некрофоса, конечно. Нельзя списывать со счетов и других героев. Тут очень классный кентавр зашел и прочее. Но я думаю, что вот математически думают Ньюби над тем, как привыкли считать. Они Дота, пивас. Мы сейчас перейдем. Вот у нас есть то, противник, и это. И пивасик, дотка по телеку, кайф. Поэтому мы сюда идем.